Подставку делаем в домашних условиях. Сейчас мелкие веточки подрубим еще. Будет. Куда она нахуй не денется. Вот примерно так и будет. Будет. Куда она нахуй не денется. Вот примерно так и будет. Я ее в угол поставлю, я тебе говорю. Ну ты же не сейчас ее будешь в угол поставить. Да какая мне разница, ебана? Там угол не даст, здесь подлокотник, ебана. И никуда она не денется. Ты сейчас ну, на середину ставишь. И чё? Я ее возьму веревкой, привяжу к батарее, и никуда она нахуй не денется. Ты чё, ёпты? В домашних условиях я тебе, блядь. У меня тут чё, ёбан, слесарка тебе, что ли? Не знаю. Ну так а чё не знаю? У нее свой режим, видать. Видать, может, один даже. Отходи дальше. Ебаная у Алекс. Ты говорила, нахуй, надо было их позже одевать. Кого? Шарики. А, я тебе про гирлянду говорила. В чем гирлянда-то? На них вязочки, ебаные, совсем маленькие. Хуй я сделал. Я в курсе, нахуй. Вы, блядь, делали нормальненькие. Где он тут? Да нихуй, ебани сюда. Да вон это она есть тут. Она вся мягкая, нахуй. Ваша пихта. Паша, да. Нормально все. Это самый длинный. Дай.
дай сюда. Ну опусти его. Ну будешь ночью ловить лошадь вовсю. Нахуя так? Ты же, ну они же за ветки зацепятся, ебано. Не снесут они. А что вы? Не понял.